зовут Даниил Шайдулин. Мне 7 лет. Я хочу вам рассказать стих «Дедушкин портрет». Бабушка надела ордена, и сейчас красивая такая. День Победы празднует она, о войне великой вспоминая. Грустное у бабушки лицо, на столе солдатский треугольник. Дедушкина с фронта письмецо, ей читать и нынче очень больно. Смотрим мы на дедушкин портрет и разводим ручками с братишкой. Ну какой же это дед? Он же ведь совсем еще мальчишка.